Во дворце спорта «Видное» состоялось открытое первенство Ленинского городского округа под дзюдо среди юношей и девушек 2010-2013 годов рождения. Соревнование это традиционное. Вот с момента открытия нашего дворца, собственно, мы и принимаем ребят, которые увлечены и занимаются этим замечательным видом спорта. Поэтому я поздравляю всех, всем желаю победы и ждем, приезжайте каждую осень. На татами вышли мальчики и девочки из Москвы, Московской области и других субъектов Российской Федерации. Схватки проходили между юными спортсменами разных возрастов и весовых категорий. Все участники отмечали высокий уровень организации соревнований. Здесь хороший большой зал, всегда есть где размяться, есть где посидеть. Хорошая электроника, все оснащено, все родители видят, кто борется, на каком татами, кого вызывают. Ленинский городской округ на турнире представляли воспитанники спортивного клуба «Орленок». Во время тренировок опытный тренерский состав хорошо подготовил дзюдоистов к состязаниям. Сначала идет разминка часа, потом мы боремся или отрабатываем приемы. Диана Давлетбаева приехала на соревнования из Тульской области. Дзюдо она занимается с 6 лет и часто принимает участие в разных турнирах. На этот раз она заняла первое место в своей категории. Первая девочка была не очень сильная, была легкая, а вторая, мы с ней уже надо было попотеть. Все победители и призеры получили заслуженные кубки и памятные медали. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.